Так, приехали мы в Кардален. Снова на выходной. Сегодня погода классная. Последний раз были здесь, так было прохладненько. Сегодня вообще должна быть жара. Уже сколько? Ну, час дня. У нас сегодня машина тут забита вся, потому что с собой привезли вот стол еще. Сейчас столов мало, они поубирали, видимо. Берем, да? Это такой раскладной столик, удобно. Стулья, тележка, короче, это будем... Как она называется-то? Забыла. Барбекюшница маленькая. Вот эти стулья у нас огромные, да, но они такие классные вообще. Вот это тоже тяжелая сумка. Что набрали тут всего. Так, они уже пошли, да? Загрузили все на тележку. На тележку. Вообще удобно, да, если бы не эта тележка. Вот представьте, сколько тащить нужно тут в этот, через парк. Озеро, голубое озеро. Так, не знаю, ну я купальник взяла, но будем, не будем купаться. Ножки-то обязательно будем мочить. А что-то купаться не очень хочется, потому что вода все равно холодная. Я не люблю лучше это, лучше в бассейне. Но по берегу походить. Ой, сегодня хорошо, классная погода такая. Так, где Никита? Вон Никита у нас сторожила вещей. Мы вот тут всегда в начале парка останавливаемся. Вот тут баскетбольная площадка, мячик с собой взяли. О, там столько на этих, на лодках катаются. Ну, какой-то тоже прикольный такой плот. Что-то такой первый раз вижу. Так, там дальше сцена. Но сегодня нет, да, музыки. Там вот вагончик, там еда какая-то продается или мороженое. Мой аутфит сегодня вот такая вот шляпа. Я так люблю большие шляпки. Вот в прошлом году купила. Такая вот маечка, шортики. И вуаля. Музыка заиграла. Музыканты пришли. Вот после озера здесь можно помыться. Так, здесь раздевалка, туалет. Сегодня много людей. Воскресенье. О, как у них тут классно тоже. Да, под шатром. На солнце слишком жарко. Вот что-то новое, интересно. Смотрите, прям такой плот. Вокруг него еще, что ли, лодки. Прошлые годы не видела такого. Вот в прошлый раз, когда я снимала, я показывала, вот мы мимо этой гостиницы проходили, если туда дальше идешь, и вот это последнее видео, там большой очень парк красивый, тоже там такой заливчик, где яхты стоят, парк собак есть, водный парк для детей, там очень красиво, это в предыдущем видео можете посмотреть. Там мы приехали в Айдахо, я уже, наверное, говорила, да, Каролейн. Пишется через D, да, и мы привыкли Кардален, Кардален, но американцы они не произносят, потому что это французское слово, и они как Каролейн его без D произносят. Вот я переучиваюсь, а все никак не переучусь. У нас здесь чего только нет. Вот эти сейчас гамбургеры Виктор жарит там. Овощи взяли, салатики, там приправы всякие.
Даже рижские шпроты у нас есть. Вот такая вот у нас. Здесь и шашлык. Мы на ней тоже там Виктор готовит. Котлеты жарить. Удобно очень с собой брать. Вот она такая маленькая, складная. Здесь есть, кстати, вот отдельные, видите, стоят, можно это тоже жарить. Гимн Америки поет. Там все встали. Это же живая музыка. Какая музыка? Что, там тоже танцуешь, да? Сейчас ты отгоняешь корону от всех. Да, в сторону этого. Так, все, гамбургеры наши готовы. Так, укладываем все. Приправки вот всякие. Ну, а где это? Штопор. Так. А штопор не взяли? Есть. Где такое? Такое. Да? А? Помнит, что ты, ему было 3 года? Да. Сейчас говорим о том, кто что помнит, во сколько лет. Я эту коровку привезла, которая поет. Когда мама прыгает, к нам приезжала давай, тоже в гости. Вы когда это уезжали, сколько ему было? От нас же взяли. 3,5. Нет, уже ему было 3,5. Не, наверное, 2,5. Ну, весной мы приехали, ему было 3,5, а зимой ему 4 исполнилось. 3,5. Вот он. И он пошел, он же пошел как раз в 4 года, Никитка у нас пошел. Мы с Илюшкой играли, это монета об стену. Просто сейчас говорим о том, в каком возрасте дети, допустим, что-то помнят, что-то не помнят, да? Какие-то события интересно, вспоминаем. Пацану 2 года было. Никита пошел он музыку слушать, танцевать. О! Купила себе вот такую сумочку удобную, маленькую. Кожаная, удобно. Так, ну тут вот у меня все. Вот маска есть. Жвачка, помада, мой драйв лайсенс. Так, отделение вот. Патриша Нэш. Вот этот бренд этой сумочки. И вот на магнитике она вот так застегивается. Очень удобно. У меня как раз сюда телефон помещается. Я на солнышке лежу и ушами шевелю. Класс. Одеялки. Наелись, слушаем музыку, живая музыка, классно. Так, скоро, наверное, пойдем купаться. Так, ну что, переоделись, идем на пляж с Никитой. А ты можешь в них купаться, это же для плавания. Ну, снимем там на этом, на берегу. Так, я тут шляпкой от солнца скрываюсь. Озеро. Ты прям будешь плавать или как? Ну, плавать. Я вот тоже еще не знаю до сих пор. Я тоже говорю, не знаю, буду ли я плавать. Ой, людей, конечно. Очень много. Эй, людей как на курорте. Как селедки в море, говорят же, да? Так. Ну как? Ой! Ой, какая холодная вода. Водичка холодненькая. Так, не знаю. По колено хотя бы зайду. Пойдем, Никита. Я сам.
Только это, не падай в воду. А то как я тебя буду спасать? Не, вода такая прохладненькая, ну надо привыкать, конечно, но... Окунуться можно? Окунуться можно, конечно. Если осторожно. Ой-ой-ой, Никита нырнул. Назад-назад плыви. Никитка раньше так хорошо плавал, нырял у нас в бассейне там с этими... Что у него там были? Ласты, трубочка. А потом он это дело все разлюбил. Так, парашют. Там один или два сидит. Ну, по двое вообще-то. Мы по двое вот так летали. А сколько это стоит, не помнишь, на парашюте? 120. 120. Ничего себе. Так, самолетов не видать. После... А, вон стоит вообще-то у берега. Ну, пока никто не летает, да? На лодках плавают. На яхтах. На досках. Там, короче, кто на чем. А мы вот так вот. А мы вот так, как рыбы, плаваем. Так, вот этот классный мне понравился. Видите, на двоих. Там два круга, посередине у них там место. Можно это, напитки хранить. Вот надо на следующий год нам вот такое прикупить и будем плавать. О, тут вообще целый этот. Тоже классно. Довольный, наплескается. Жаль, мы не взяли. Тоже у нас и матрас есть, и круг. Что-то вообще даже не подумала я. Думала, как всегда, не будем купаться. Так, решили сходить в этот парк с Никитой. Давно мы уже тут не были. Парк в парке находится, да? Такой небольшой плейграунд. Ты здесь это раньше был, Никитка уже забыл про этот парк. Когда-то ты вот здесь тоже, Никита, везде там лазил по этим с Илюшкой домикам. Ну так, посмотрим, да пойдем. Я думаю,